Рыбак Сергей ничего не слышал о сбросе отходов в Немчиновский пруд. Житель рабочего поселка уже давно облюбовал для себя это место. Да и клюет здесь неплохо. За полчаса мужчина выловил отменных карасей. 5 штук карасей. Ротана не считаю. Что будете с ними делать? Жарить. И есть? Да. А вот местные жители опасаются здесь рыбачить. На протяжении нескольких лет в пруд постоянно сбрасывают отходы. Это не единственный раз, когда природный объект находится на грани экологической катастрофы. Мы хотели бы, чтобы разобрались с нашей ситуацией, и наши лебеди сюда на пруд вернулись, и все как бы вернулось в норму. Жители помнят те времена, когда на пруду плавали лебеди, теперь здесь нет даже уток. Администрация муниципалитета отправила обращение в Росприроднадзор. Экологи выехали на место и взяли пробы воды для дальнейших исследований, которые позволят установить истинную причину гибели рыб и птиц на Немчиновском пруду. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».